Вместо льда – паркет, вместо фигуристов и хоккеистов – танцоры. В минувшие выходные в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» состоялось первенство Приволжского федерального округа по бальным танцам. Наблюдала за соревнованиями Ольга Пырочкина. Эти молодые люди точно не постесняются пригласить девушку на танец. А их дамы знают, на паркете важны не только платье, прическа и танцевальная вариация. Еще осанка и улыбка. Начали первый соревновательный день самые маленькие. С утра отборочные туры и только ближе к вечеру финал. Александр и Амелия из Перми в перерывах между выходами на паркет не скучают. В свои 9 лет к подобным марафонам спортсмены привыкли. Я сказала маме: мама, давай я как сестра пойду танцевать на танцы. Хочу быть потянутым мальчиком. И вот она меня поговорила с тренером. Сейчас я 3 года танцую уже. Мой любимый танец самбо, потому что в нем как-то все в ритм, как-то все вот красиво. Ребята из Казани каждую свободную минуту стараются оттачивать движение. В итоге на чебоксарском турнире они в финале. Мы приехали сюда, так сказать, обкататься, что ли. Это наш первый турнир в этом сезоне. Я сначала хотел пойти в музыкальную школу, пошел туда, на гитару хотел пойти. А там мне оказалось мест, пошел по специальности баян. А там мне сказали, надо укреплять мышцы спины. Сказали, либо плавание, либо танцы. Я выбрал танцы, и вот так вот все сложилось. Пока дети на паркете, за танцевальной площадкой пьют валерьянку родители. Каждый турнир для них – большие затраты. Индивидуальные тренировки, костюмы, профессиональная обувь – все стоит недешево. Но финансовое бремя не самое тяжелое. Одно скажу, это очень тяжелый труд, очень. Ну, особенно детям тяжело. Но мы, как бы, это очень волнительно. Для нас это самое главное – очки заработать, чтобы перейти в следующий класс мастерства. Пермь, Казань и еще 20 городов танцевальная фиеста собрала в столице Чувашии танцоров со всего ПФО. Мы проводим 16-й раз турнир подобного плана. Это первенство и чемпионат Чувашской республики. В рамках этого турнира мы уже проводили не одно первенство Приволжского федерального округа, то есть в разных возрастах, и юниоры были, и дети, и юниоры 2. И вот построилась Ледовая арена, и впервые в Ледовой арене мы проводим турнир с расчетом на международный уровень. Чебоксарские танцоры на паркете выглядели достойно. Судьи отметили, наши спортсмены – хорошие конкуренты и казанцам, и нижегородцам, и даже москвичам. Нередко танцоры из Чувашии попадают в сборную страны. Завершилась танцевальная фиеста поздним вечером в воскресенье. Уже в понедельник танцорам снова на тренировку. Кого-то ждут поздравления, кого-то нагоняя тренеров. И они будут стараться еще больше, чтобы в итоге получить заветные медали и кубки. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.